Привет, житель моногорода. В России 319 таких городов, как твой, которые строились в индустриальную эпоху. Сегодня около 14 миллионов человек живут в этих городах, некомфортных для жизни. Наверняка у тебя есть вопросы к администрации. И их немало. Но перестать жаловаться и начать что-то менять можно и самому, не выходя из дома. 5 шагов благоустройства моногородов. Это программа, направленная на улучшение городской среды. Ты можешь повлиять на результаты программы, предложив свои идеи по благоустройству города и рассказав о тех изменениях, которые ты ждешь. Итак, ты в 5 шагах от удобного города. Шаг 1. Помоги понять, какое самое оживленное место в твоем городе. Это может быть вокзал, центральная улица или площадь. Напиши, что нужно сделать, чтобы оно стало удобным. Здесь и далее обязательно оставляй координаты места. Шаг 2. А какое место самое популярное среди молодежи? Как его можно улучшить? Шаг 3. Чем ваш город может гордиться в историческом плане? Жители Коломны, например, восстановили старинную технологию производства пастилы. Что-то интересное можно найти в любом городе. Шаг 4. Какой социальный объект хотелось бы создать или обновить? Шаг 5. Какое заброшенное место можно было бы превратить в общественное пространство? Что бы ты предложил сделать? С 5 шагами разобрались. А сейчас поделись идеями по благоустройству своей улицы или двора. Может, остановка находится в неудобном месте, нет пешеходного перехода или детской площадки. Добавь фотографию. Можно предложить несколько идей. Если ты готов не только придумывать идеи, но и участвовать в преобразовании города, дай нам знать. Сейчас мы собираем мнения и идеи, и очень важно вовлечь как можно больше людей. Расскажи соседям, друзьям и коллегам. Помоги своим родным сыграть эту важную роль в развитии вашего города. Оставить свое мнение и идеи можно на сайте проекта моногорода.рф. Поторопись. Кто знает, может быть, именно твое предложение станет реальным проектом преобразования городской среды.